Праздник ретро-музыки для всех любителей советской эпохи устроили во Дворце ветеранов. Чтобы сердце и душа были молоды, концертно-танцевальная программа, которая каждый раз умеет удивить. А в этом сезоне у самарцев серебряного возраста ретро снова в моде. В такой тематике и устроили вечер танцев. Подробности в нашем сюжете. 70-е, 80-е и 90-е – золотая эпоха танцевальной музыки в Советском Союзе. Эти композиции известны и у каждого слушателя откликаются в сердце, рассказывает руководитель вокального клуба «Ретро» Валерий Коротков. Поэтому и вечер хотелось сделать особенным для тех, кто уже не молод, но хранит теплые воспоминания о дискотеках второй половины 20 века. Мы старались такие подвижные треки делать, танцевальные, чтобы люди веселились. В основном такие веселые старались. Песни, чтобы донести до людей позитив. Мы, задача наша, чтобы люди получили позитив от нашего. Ну, а песни вот с этим учетом подбирались. На этой неделе у самарцев серебряного возраста в моду снова вернулась ретро, которая зажигательно исполняет один из самых молодых коллективов Дворца ветеранов. Каждую неделю концертно-танцевальная программа, чтобы и сердце, и душа были молоды, разная, чтобы репертуар никого не оставил равнодушным. Традиция устраивать тематические вечера уже более 10 лет. Мы поняли, что еженедельно такие встречи нам нужны. Разное количество людей собирается в зависимости от погоды, от занятости людей. Но каждый раз это праздник хорошего настроения, такой феерия музыки, движений, конечно, возможности встретиться не только с исполнителями, вокальными исполнителями, да, инструментальную музыку послушать, но и встретить своих единомышленников. Принять участие в празднике песни и танца во Дворце ветеранов могут все желающие каждую среду. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.